В Екатерининском зале люди абсолютно разных профессий, ученые, аграрии, руководители небольших поселений. Каждый в своем деле добился больших результатов. Вы творите современную историю нашего Краснодарского края. Показываете подрастающему поколению, что настоящий патриотизм не в громких словах, не в шествиях, не в протестах или каких-то требованиях, а в каждодневной работе. Мы сегодня находимся в таком временном промежутке, когда делаем мы должны сегодня, объединившись все вместе, сохранить вот эту самую стабильность социальную, политическую, конечно, экономическую. Мы обязаны быть вместе и хранить наше единство. И только в этом случае мы сможем сделать наш край более процветающим, а нашу страну еще более сильной. В числе первых губернатор отметил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Духовному настоятелю региона Вениамин Кондратьев вручил медаль Героя труда Кубани. Такие же награды получили еще несколько человек. Хазрет Савмен за укрепление дружбы и сотрудничества Краснодарского края и Адыгеи. За успехи в обеспечении защиты населения от ЧС Борис Глебов. Он 6 лет возглавлял Министерство гражданской обороны региона. А благодаря труду ученых под руководством Евгения Харитонова Кубань смогла взять легендарный рубеж – 1 000 000 тонн риса. Эта высокая награда не только лично относится ко мне, но и труженикам, специалистам, руководителям Курганинского района, Лабинского района, рисоводческой отрасли Кубани. Я также искренне благодарен своей семье, которая создавала все условия для моей плодотворной работы. После награждения лауреаты смогли пообщаться в неформальной обстановке. Церемония по традиции завершилась бокалом шампанского.